К спортивным событиям в Осташкове прошли военно-спортивные сборы для учащихся школ и учебных заведений среднего профессионального образования. Мероприятие было приурочено ко дню призывника. О чем говорили и чему учили будущих защитников Родины, расскажем в нашем сюжете. Стрельба, метание гранат, тактическая медицина, тактика действия в составе подразделения и альпинистская подготовка. Ребята попробовали на себе все тяготы бойца спецназа. Ноги, ноги, смотри, зафиксируй. Давай, 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 давай. Тут аккуратнее. Тут акулы. Держи веревку в натяг, чтобы по воде не бил. Давай, давай, ползи, ползи, ползи. Сборы прошли под руководством инструкторов учебного центра «Наука побеждать», которая начала свою деятельность в октябре этого года. Такие мероприятия играют важную роль в гармоничном развитии подрастающего поколения. Ребята смогли подтянуть физическую подготовку, развить быстроту реакции и ощутить командный дух. Перед юношами выступил участник специальной военной операции. Он отметил важность службы в армии и престиж военной профессии. Я в свое время окончил школу здесь, в Осташкове. Затем отучился в этих стенах, мечтал быть в армии, ушел, отслужил 2 года в армии. Также школьники оценили современную экипировку бойца спецназа. Это лимонка, весит, здесь ее 600 грамм. Еще одна граната, ВД-5, да, да. Она есть 300 грамм, то же самое, но лимонка она оборонительная, а эта граната более наступательная идет. В завершении сборов всех угостили настоящей солдатской кашей и вручили сертификаты.